Но я убил его. Хорош. Non-Shell Intrude продолжается. На связи еще Андер. Ребят, мы столкнулись просто с каким-то непобедимым противником в прошлый раз. С абсолютно непобедимым. Но у нас тут открылась вот эта классная штука. Огненное дыхание стоимостью 0 каждый ход добавляется. Плюс здесь у нас карта Метеора в стартовую колоду добавляется. В общем, поехали, посмотрим, что у нас из этого получится. Так, мы ходили уже налево, ходили направо, да. Ну, единственные капитаны простые, а вот... вот эта барышня посложнее будет. И тем не менее, давайте попробуем теперь по центру пройтись. А чё б нет? Оттуда уже посмотрим по сторонам, что мы сможем увидеть. Так, карта огненного дыхания за 0 у нас появилась, смотри-ка. У нас метеор появился, 1000 урона. 2 стоит, правда, но запускает 1000 урона. Так, хорошо, мы вдыхаем. А я смогу на одном вдохе выдохнуть все. Было бы хорошо. Да, смотри, могу. Но это будет 700 урона. Всего лишь. Слушай, а что так мало? Ладно, мало, ну реально мало. А метеор рандомно, что ли, куда-то? Я тебя понял. Вы это видели? Вы это видели? Это просто рандомная штука. Такая глупость, боже. Такая фигня. Вот огненное дыхание за 0 это топ. А там это глупость полнейшая. Можно было сначала здесь пробить, чтобы на будущее здесь плитка тоже была. Хотя, она все равно же пойдет вперед. Что там было? Если было бы, была бы броня, да? То я бы не получил урон. Если эта карта находится в руке, поэтому мы уберем. Здесь мы накинем сразу. Накинем лаву. Ой, вернее, не лаву, а лавину. Все, она умерла. Плюс хпшка моя. Чуть-чуть. 500. Так, вот магистра мы еще не видели. Причем вообще не видели ни разу. Что он делает? Призывает 3 оруженосцев. Я думаю, они не страшные. Я могу вдохнуть. Сейчас столько им надышать. Им плохо. Вот, 1400. Это другое дело-то. А то что там за фигня такая была? Давай, наверное, сразу здесь замутим. Эту штуку. И фаербол. Красиво. Что он делает? Он еще что-то сделал. 2 карты черного хода в колоду босса. Не, метеор помойка прям совсем. Вихрь. Огненное дыхание. Лучше по женщинам. А вот так, этот и так умрет. Лучше пробивать босса побольше урона. Метеор прям очень плохая вещь. Дыхание этого вдоха нет, к сожалению. Был бы вдох, было бы балдежно, но вдоха нет. Так, я применю сейчас вот так, пожалуй. Сделаю фаербол. А, все что ли? Хорошо. Хорошо, здесь мы даже и не потеряли ничего, а получили вспышку. Вот, нам нужно, по-моему, вспышку применить как раз-таки. Я бы циклон, наверное, да, но, ребят, у нас есть ачивка применить фаербол, вспышку и... этот дурацкий летящий. За один ход. Если я правильно понимаю. И, ребятушки, проблема. Я поменял на английский язык. Там тема следующая. Нужно применить 3 штуки как раз таки. 1 фаербол, 1 пиро
и один метеор карт. Проблема вся в том, что вот эта штука, флеер, она не является пиро, как вы понимаете. Я попробую применить, но маловероятно, что это так сработает. Ладно, давайте вот с этим товарищем сразимся. Это очень опасный дядька. А игра даже не хочет, чтобы я на него шел. Смотрите. Прям реально не хочет. В смысле, а что, так можно было? А чё? Так, главное меню. Продолжить. А так? А так нормально. Очень сильный мужик. Во-первых, очень, во-вторых, сильный, и во-вторых, мужик. Вот здесь мы и по женщине ударим, и по крестьянину. Это неплохо будет. Бам! Женщина всего на сотке осталась у нас. Хорошо, я могу еще лавину сюда. И еще раздыхнуть. Хорошо. Сработало. Нанес очень много урона. Он создает 4 ледяные плитки, нам на это наплевать. Я бы хотел хоть какую-то броню себе, знаете. Хоть какую-то. Так, есть вот такая уже тема. Я могу сдвигать врага. Угу. Здесь я смогу дыхнуть огнем по двум женщинам. Недостаточно, правда, дыхнуть, к сожалению. Да и наплевать, мне надо хотя бы одну сжечь полностью. А, есть вот же еще. Тю. Отлично, оно же за ноль, ребят, оно за ноль. Балдеж. Так, и сюда применю тогда. Хорошо. 2000 урона, так 2000 урона. Призвал орду. 500 урона боссу за каждую ледяную плитку. А вот тут уже неуважаемо. Потому что ледяных плиток, вы посмотрите сколько. Здесь я много, кстати, устраню плиток. Я устраню 3 плитки. То есть он... Давайте, хорошо, я уничтожу полностью все. Так и быть. А, можно было подышать. Здесь неважно, подышать, не подышать. Метеор? Ну, придется метеор. Выбора нет. Попал. Хорош. Удивлен, но хорош. Попал. А нету у тебя плиточек. Нету. Нету, дружочек. Пирожочек. Так. Огненным дыханием могу сюда пробить. Раз. У него не так много хп остается. Сдвигаем. Бьем еще. Создайте 4 ледяные плитки. И еще 700 урона. И он умрет. Гарантированно. Устраивает меня это. Ярость. Пока не буду применять. В конце применю. Вот. А теперь я могу ударить огненным дыханием сюда. Нанести 700 урона. Я могу просто включить ярость, это 500 урона нанесется, по женщине она выживет. Здесь я сделал так, это я снес, сломал. И еще добиваем женщину полностью. Пойдет. Он мне, конечно, урон побил, но такое. Вот смотри, есть огненный шторм. Я настройки могу включить? Я, например, поменяю язык на английский. О, смотрите, как поменялся сильно на английский язык, вы понимаете? Карты прям сразу по-английски написаны. Прекрасно. Что из этого пиро? Ладно. Не так оно, видимо, работает. А, здесь живой огонь. Огненный шторм — это огненный шторм. Это не то. Слушай, примените огонь каждой плитки торнадо. Это будет огненный шторм. Вроде бы неплохо, но нет. Пожалуй. Я не думаю, что это пира. Хотя кто знает. Живой огонь. За каждую плитку лавы я восстановлю хп.
В целом полезно, я не смогу выбрать ничего теперь. Мне надо в главное меню. А что будет сейчас, если я выйду в главное меню и продолжу? Я у награды буду или как? Да, смотрите, разработчик это продумал. Это молодцы они. Воспламенение, я думаю, это оно, пиро. Воспламенение похоже на пиро. Как раз таки. Пиро это огонь, и вот как это и есть воспламенение. Применяет огонь, комбо стоимость 0. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что ты такое? Расскажи мне. Огненный торнадо наносит плюс 400 единиц урона. Огненный торнадо я буду применять плюс-минус никогда. Поэтому продаем. Смотрите-ка. Сейчас, ребятушки, сейчас. Мы потом... Ой, не то, извините. Сейчас мы, смотрите, залезем в настройки. Поставим английский язык. Зайдем в колоду. И увидим то, что эта штука называется Enflame. Зараза, да как, что тогда пиро? Вы понимаете? Я не понимаю. Ух, просто трудности перевода, ух. Случайное событие здесь, бугабу. Бугабу мне будет очень тяжело убивать. Случайное событие, опять-таки. В следующем бою будет минус 200 атаки, это плохо. Но я могу какого-нибудь слабачка убить и получу 400 денег. Давай впервые возьмем событие. А, это рейд. Ей! Отлично, это ж надо так обосраться. Ладно, здесь огненное дыхание будет, и ветер будет, и фаербол будет, и все плохо. Две карты ошеломления, случайные цели, две карты треснувшей кости в колоду босса, 3000 единиц урона, боссу 50% шанс нанести 0 урона. Ой, мы в дерьме, ребятушки. Минус 200 атак у меня. Да. Да, да, да. Да? Да, так и есть. Минус 200. Атака? Атака. Минус, минус. 200, 200. Так, давайте следующую тему сделаем. Во-первых, я жахну по женщине, потому что женщина меня начнет уже душить с самого начала. Мы это все прекрасно понимаем. Поэтому здесь мы устраняем ее, полностью ликвидируем. Здесь мы поджигаем вот этого товарища. Все. Дает плюс 1500, плюс 1500 кому-то. Вот сюда дал. Есть воспламенение, вспышка, фаербол я могу применить. Хочет игра это? Я не знаю. Огненное дыхание. Могу ударить по двоим вот этим ребятам. В принципе, пойдет. Это не комбо только. Давай вот так. Вспышка. Во, это комбо. Воспламенение. И фаербол. Не сработало, ачивку не дали. Жаль. Жаль, жаль. Все, и один раз жахнем по нему. Пока так. Две карты ошеломления. Пока не замешалось. Во! Я могу вдохнуть. И выдохнуть. Да так выдохнуть, что всем плохо станет. Красиво. И еще огненное дыхание на 500 прям было. Я бы лавину тоже поставил. Потихоньку начал развивать это направление. Броня, чтобы была. Это важно. Еще две карты треснувшей кости. Ошеломление. В конце хода потеряйте 5 ярости. Да в целом пофигу. Наверное. Так, огонь. Я получил плюс 10 ярости сейчас только что. Еще плюс 5 ярости. И то, что я там потеряю вот эти 5 ярости, мне это ничего вообще. Потому что я ее уже применил. Ну, потеряю 5 и что? Так, продолжаем распространять плитки. Хорошо. Ну, даже уберу карту эту. Даже уберу. 3000 единиц урона боссу. Шанс 50% нанести 0. Он, конечно же, наносит полный урон. Потерять 5 ярости опять-таки мне не страшно.
Слушай, 500 урона, а там 200. Конечно, 500 выгоднее. Плюс полторы себе же. Да, себе нафиг. Слушай, по-моему, он ударил меня. Может, показалось, конечно. Миллион огненных дыханий. Ну, победили, восстановили. Здесь несложный был бой с бардом. Что я хочу? Мне тяжело будет с ним сразиться. Очень тяжело. Геминаты тоже очень-очень сложные противники. Мне ветра нужно больше против них. Сюда пойти, к сестре Лейли. Вот здесь давай получим 100 атаки. Вот 100 атаки это прям надо. У меня в ближайших... У меня еще один бой. А, или нет, только в том бою было минус 200 атаки. Я получил 400 денег за это. Все, хорош. Так, что мы хотим здесь? По 2000 у них. На четвертом ходу будет королевская стража. Я, во-первых, вдохну. Потом я так выдохну, что им плохо станет. Хорошо. И лавиной добью этого парня. А это комбо, за счет чего выпало воспламенение. Красиво. И фаербол сюда. И фаербол просто сюда. Денег приличное количество. Это приятно. Так. Вихрь раздуваем потихоньку. Здесь нужно обязательно пробивать женщину. Без вариантов. Полностью желательно. Она умерла. И еще могу огненное дыхание. Например, убить вот этого могу. Вот так даже могу сделать. Давай. Хорошо. Обалдеть, они появляются. Смотрите. Ну-ка назад. Воспламенение сюда хочу поставить. Вот она полоска. Прям сюда хочу воспламенение, чтобы это убрать. И здесь лаву закинуть. И огненное дыхание сюда жахнуть тогда уж. И еще. И еще жахнуть. И фаербол сюда. С миллионным распространением огня. Прекрасно. Назад. Опа. Этот мертв. Это ярость. Огненное дыхание. Давай еще вспышку применим. Все в огне было, да? Максимальную вспышку. Вспышка. И фаербол применю. Я думаю, может быть, так сработает. Нет, не сработало. Жаль. Здесь распространим немножко землю. Но в целом он умер. Мне даже ничего делать не нужно. Метеор. А, метеор же нужно было. Может, попаду? Не попал. Но попробовать стоило. Все, он мертв. Плюс 100 атаки. Хорошо. Здесь еще один бард. Здесь капитан. Меня устроит и тот, и другой. Здесь прям, смотри, красиво сразу. Ветер есть. Огненное дыхание сразу же. Вспышку, я думаю, тоже сразу накинем. Дополнительно распространим, молясь. И за фаерболем чуть-чуть. Хорошо. Так, но он может по мне жахнуть в том числе и да. Это надо учитывать. Давай здесь землю. Воспламенение. Огненное дыхание. Фаербол. Фаербол.
Желательно бы, чтобы он ничего не применил, это очень важно. 400 брони пойдет, это не то, что мне стоит бояться. Надо сносить. Сейчас или никогда. Ой, надо было вдохнуть. И сносить. И броня. Все, броня пошла, первая броня пошла. Он получит 400 брони тоже, это без разницы. Главное, чтобы урона он мне не нанес. Сдвинем. Вдохнем. И добьем яростью. Да, он простой. Удар телом, равный броне. О, смотрите. Призвать щенка, детеныш. Драконы получают 3 атаки, когда огонь. И 3 хп, когда на них накладывается земля. Я хочу. Там, по-моему, есть ачивка на призыв как раз-таки щенков. На самом деле, жесткая ачивка, ребят, посмотрел. 10 щенков за битву. Потеряйте максимум АП. Не хочу. Я к этому не готов. Магус. Давай на Магуса. Магус мне будет наносить урон на постоянке. Вот это грустно. Смотрите, щенок. Просто призываю. Щенок. У него 100 атаки. Что он с этими 100 атаки будет делать, я пока что не имею ни малейшего понятия, но будем надеяться, что это все будет хорошо. Вот здесь, смотрите, миллионное распространение пламени. И она умерла. Здесь мы накидываем. Еще могу распространить пламя здесь за единичку. Либо огненно дыхнуть, либо фаербольнуть и вспышку все-таки. Огненно отдохнуть, я убиваю двоих. Но они стрёмные, их легко и так убить. Давай я лучше сделаю так, а здесь сделаю просто вспышку. Это мне, я думаю, выгоднее будет. Вот, он наносит, по всей видимости, по одной. А здесь 600 урона всем наносит. То есть это худший противник для меня, понимаете? Худший. Какая жопа. Так, плитка ледяная. Давай вот так лаву накинем. Он мертв. Огненное дыхание. Ну, нужно по нему бить. Нужно по нему. Метеор пока не знаю. Давай вот лучше фаерболы потратим. Все в него прям. По максимуму. Увеличивает урон на 400. Кошмар. Так, отодвинуть я могу. Легко. Вот, смотри, я вдохнул. И теперь огненное дыхание. Раз. Огненное дыхание. Два. И все. На этом все. Вот здесь я могу поставить землю. Чтобы была броня. Это важно. Он телепортируется куда-то. Наносит урон, но не страшно. Воспламеним вот эту плитку. Либо здесь воспламеним. Сюда можно и фаерболом, потому что кинуть так-то. Давай вот так. Или огненным дыханием, да? Фиговенько пока. Детёшка. 600 урона всем врагам. Детёшка мне поможет. Детёшка бьет по нему. Ну и пусть бьет. Наплевать. Я бы хотел вот это. Там будет распространение, правда. Давай мы лучше фаерболом добьем, а здесь банально огненным дыханием. Может, повезет? Повезло. Что достал? Огненный торнадо. И валун дает плюс 100 брони в конце хода. Валун обычный. А это что? Плитки лавы наносят плюс 400 урона. Было, по-моему, плюс 200 или плюс 300.
Ну, 400, конечно, это я возьму точно, уважаемый. Нет, валун, валун. Плюс 100. Плюс 100 брони в конце хода, то есть он не 100 будет, а 200 давать. Все нормально. А, так, тут у нас есть торговец. Торговец. Каждые 3 сыгранные карты огня применяют огонь к 3 случайным плиткам. Давай попробуем. Обломки плюс огонь имеют 50% шанс также создать зажигательную бомбу. Что значит обломки плюс огонь? Я не понимаю. Какие обломки? Это обыкновенная земля, что ли? Ну, наверное, да. Эти все карты я куплю. Они все полезны. Покидаем. Рейд на нас нападает. Рейд от спасателя. 4500 урона боссу увеличивает макс АП босса на плюс 1. О! О! Это хорошо. Призовите 8 призраков. Получите максимум 1500 хп. Нанесите 1000 единиц урона за каждого призрака, зараза. Ладно, терпимо. Меня устраивает такая битва. Впервые я вижу такую женщину. При Лужкове такого не было. Так. Давайте вихрь. И давайте сразу вот так, наверное, распространим. Мне здесь ветер нужен. Не огонь, а ветер. Сразу толкаем, видите, урон получают они. Это важно было сделать. Здесь я убью женщину. Я, в принципе, смогу применить все. Поэтому начинаем. Вот эту, правда, девочку надо тоже убить. Вот смотри, АП. Макс АП с 4 стало. Надо дожить, ребят, до 10. Я думаю, имеет смысл. Надо вдохнуть еще. Ярость накопить. Детешку попризывать. Я выбираю, куда призывать. Вот сюда, например. Да, я выбираю, куда призывать. И правда, у нас тут 14 карт, и значит у нее не будет. Ну, 10, в общем, нам не дадут сделать, к сожалению. Ну и ладно, ничего страшного. Так, лавину начнем применять потихоньку. Вот так, пожалуй, лучше. Чтобы сразу, видите, распространение пошло. Так, мальчишка у нас скоро погибнет. Можно не париться. Детёшка бьет по какой-то из целей. Мне нанесен урон... Вы посмотрите. Получите максимум 1000 хп, а потом за каждого призрака, да? Призраки вроде бы ничего не делают. Скорость движения 0 у них, да. Хорошо. Тут огонь. Очень плохо стал огонь. Как я могу тут применить? Плохо могу тут применить, плохо. Я весь огонь себе обосру. Ой, весь ветер, вернее. Ладно, применю. И зря. Ветер сюда. Воспламенение тогда здесь. Пока дойдет, сам умрет. Мне бы призраков уничтожить всех. Важная тема, кстати. Ну давай потихоньку сжигать их всех. Это 2. Это 4. Это будет... Этот умрет. Это 5. И этот умрет 6. Да. Хорошо, призраков 0. Мне нанесут ровно 0 урона. Плюс АП. Итого у меня 5. На мальчишку, в принципе, наплевать. Женщину бьем. Ярость. Жилу снес как раз за счет ярости. 1000 единиц урона за каждого призрака, то есть 0. У меня 400 брони уже. Наносит, правда, 4500 единиц урона босса и увеличивает макс АП. И таких штук будет еще, ну, 2 точно.
А потом я ветра могу применить, смотрите, на какое количество лавы. Слушай. А это топ. Это серьезно топ. Каждый ветер мне даст плюс АП. Я уже сейчас могу сделать миллиард АПшки. Надо женщину оставлять в живых. Правда. Будем оставлять ее в живых пока что. Лаву из-под нее надо убрать как-то. Вот так. Убрал, убрал, ничего страшного. Вспышки. Я тогда должен все залить лавой, получается. Давай. Броня, правда, не помешает. У меня есть еще там карта интересная. 5 из 5. То есть ветер не попал никуда из этих штук, да? Стрёмно. Надо, кстати, вот эти вот плитки, чтобы они не мешали, да? Их мне нужно задушить на корню. Вот здесь можно. Здесь распространится огонь. По ней тогда ни в коем случае нельзя огонь. Призывает 8 призраков. Хорошо. Это просто распространить огонь, это без урона. Воспламенение. Где бы призраки ни оказались, все у нас будет прекрасно. Я могу их даже шотнуть, призраков. Я этого делать не буду, но могу. Двигать ее бесполезно. По поводу шотнуть призраков надо подумать. Детенышей я призывать не буду. Это точно. Мне нужно призраков как-то убить всех. Подумать как. Во-первых, я их подвину. У нее 1400 осталось хп. Взорвались бомбы немножко. Дальше, огненное дыхание, смотри-ка. По ней будет, конечно, красиво, но я и так троих убью. Хорошо. Они мертвы. Они этого еще не знают, но они мертвы. Следующее огненное дыхание. Этот не мертв, но умрет попозже. Мне нужно сюда ударить. И в целом добить вот таким образом. Хорошо. Да и огненное дыхание я тогда использую здесь, и он гарантированно умрет. Все, конец. Я хочу подраться так, чтобы как раз таки получить эти 10 АП. А вдруг получится? Почему нет? Здесь дышим. Здесь... Распространяем огонь прям по максимуму. Это не хочу использовать ни в коем случае. Огненное дыхание я смогу применить сюда. И еще раз сюда. Посмотрите, у меня вся карта в лаве. Просто вся карта в лаве. Балдеж. Здесь чисто ярость пойдет. Не нужно. То есть я, по идее, гарантированно должен получать АП. Я могу, правда, один еще убрать. Вот, смотрите, нанесется урон боссу. Ничего страшного, что я без брони. Вообще пофигу. Переживу, правда. Здесь распространяем. Можно под ней лавину, в принципе, поставить, чтобы... Ну, вы поняли. Чтобы было там навсегда нужное нам действие. Это чистая ярость. Так поставим. Ярость. Ну, ярость у меня и так есть. 2900 хп у нее. Она не умрет пока. Но следующий удар переведет... Уже. Вот это уже плохо. Не очень приятно, конечно. Ладно. Огненное дыхание, потому что у меня халявное закончилось, по меньшей мере. Пробивать ее я не буду, потому что там страшная вещь под ней стоит.
Но я, пожалуй, уничтожил бы один вихрь. И поставил бы сюда еще место потом. Не сейчас, но потом. Они пока до меня дойдут, они умрут. Королевские стражи будут призваны в начале 10-го хода. Ну вот, начало 10-го хода, здравствуйте. Я могу жахнуть яростью. И я жахну. Все, все мертвы. Призраки все мертвы. Дальше. Воспламенение сюда. Лавина сюда. Чтобы у меня по 100 брони потихонечку накапливалось. Пусть накапливается. Все, ребят, у меня вся карта в лаве. Один кусочек не лавы. И все. И все, реально все. И отодвину, смотрите, их всех еще сейчас. Вот так. Хорошо. Воспламенение? Ну давай воспламенение. Это чисто ярость накопится. Красота. Вот, за это я могу получить 3 АП. Понимаете? У меня 8. О! Получить 10 АП за один раунд. А, ну, вообще-то так оно не должно было сработать. Но я получил ачивку, уже я доволен. Все, можно добивать женщину. Ломаем ее. Сломаем сейчас вот этого товарища. И ее потихоньку будем подламывать. Бьем. Пусть она теперь утекает. Миллион ярости получаю. Бой был прекрасен. Детенка могу призвать. На лаве же он не получит урон. По идее, не должен. Дадим шанс метеору. Метеор не просто обосрался. Метеор мне чуть не заруинил катку. Попал именно в то самое место. Единственное место на всем поле, куда не надо попадать. Единственное. И он попал. Слушайте, ну хорошо. Все, мы сделали 10 АП. Я доволен. Здесь нам нужно двоих убить. Барт и сестра Лейла. И тот, и другой в целом неплохи, но... О, макс ХП. О, макс атак. Это уважаемо. Работаем на вихре. Работаем на циклоне. Угу. Работаем на огненном дыхании. Там женщина будет очень долго и тяжело обходить, думал я, но на деле нет. Пока так. Я могу моментум вдохнуть. Яростно выдохнуть. Возможно, сюда. Угу, хорошо. Фаербол. Сюда. И по женщине, пожалуйста. Спасибо. Женщина будет стрелять сейчас уже, да? Нет. Но вот сейчас будет стрелять. Сейчас ее нужно убивать без вариантов. Дыхания нету. Циклон, кстати, здесь плохо сработал. Отвратительно. Ну и ладно, поставим тогда ветер здесь. Сдвинем их еще. Детюшку призовем. Там нужно 10 за один бой. Здесь, конечно же, как мы понимаем, это не накопится. Хотя, если убрать с карты всю лаву, ну вы понимаете, да? 200. Девочка-лучница убила. Лучницы убили моего детёшку. Ах вы ж. Вот они, женщины. Полностью отсутствует материнский инстинкт у них, понимаете? Полностью. Ужас. Так, здесь немножко подбили. Воспламенение. Ну, давай вот сюда. Огненную дорожку пустим. А, ярость вообще-то. И добьем. Получили 100 атаки.
И рейд. Тот самый. Ну, ребят, вот это я не знаю, как побеждать. Я получил 100 атаки, конечно. Я молодец, я красавчик. Но вот это непобедимый противник на 25 тысяч хп. Ой, обломки плюс огонь. Хорошо, обломки. Обломки это вот это? Это щебень. Ну, наверное, да. Наверное, да. А, лава наносит много урона. Приятно. Но этого мало. Так, мне нужно сдвигать. Сдвигаем. Мне нужно бить прям его самого. Вот прям без шуток. На 800, так на 800. Работаем. Воспламенение. Прям всю его дорожку нужно воспламенить. И ударить так. Хотя мог еще одно огненное дыхание на самом деле. 4 пехотинца, кукусики. Так, я вдохнул. Я выдохнул. Сильно. На 1700. Три ветра будет. Устраивает. Вспышка. И детеныш. Мне брони нету, ребята, брони нету. Мне нанесется сейчас 5000 урона. Ну нету брони. А мне не выпадала земля. Вообще-то. Держу в курсе. И все еще не выпало. Так, применяем циклон. Не двигается, к сожалению. Это плохо. Женщины эти стрёмные. Нужно бить по нему в первую очередь. Я не думаю, что мы его прям сможем задуть, если честно. Сколько я нанесу урона? 900. А так два раза по 600. Два раза по 600 выглядит лучше. Либо могу залить женщин. Одна там женщина точно сама умрет своей смертью. Вторая тоже умрет своей смертью на следующий ход. Терпимо. 2000 брони. Терпимо. 200 женщина стрельнула по моему ребенку. Вот женщины. Вот женщины же. Вот это обязательно надо. Сколько земли, смотрите, накидалось. И теперь у меня ветра нет вообще. Кошмар. Так, здесь воспламенение нужно? Нужно. Придется ярость использовать. Слушайте, он бежит. Он реально бежит, вы посмотрите на него. И мне его не остановить. Ветра-то нет. Ярость. Фаербол. Он добежит. Угу. Игра издевается. Ладно. Улучшает вот этого единственного своего союзника, да? Да. Все, мне надо его сдвигать на самом-то деле. Я давай дыхну разок. Дальше сдвину. Фаербольну. Ярость. Вихрь. Сюда огненное дыхание прям, ну, не хочу. А может, надо? Надо. Нужно больше урона. Стараться. И сейчас просто чистые 7500 он мне нанесет. У меня по 400 копится. Еще один какой-нибудь жесткий удар, и будет мне неприятно.
Вдоха нету. Плохо. Так, раз. Это... Сколько нанесу урона? А, неважно. Я использую и это, и это, и это. У меня четверка так-то. Хорошо. Ударил. Фаербол. Давай, фаербол. И Галя Темпест. Он подойдет ко мне, но ничего страшного. Четыре пехотинца там на старте появятся, на них вообще плевать. 1500 наносит. Так, если есть броня, то нанесет 0. У меня броня как раз будет. Есть рана, но рана это просто мешает мне. Не более. Надо дышать. Надо, наверное, дышать еще один раз. Ну и вихрь. Так, детюшку поставлю сюда. Пусть сидит здесь. По кому-то плюнул. Броня у меня есть, поэтому 0 урона, дружище. Но он мне все равно нанесет удар. Я не могу его отодвинуть полноценно. Вдоха нету. Посмотрите, куча огненного дыхания и 0 вдоха, вы понимаете? Обидно. Ярость копится зато здесь неплохо. За счет того, что я вот дышу, вот 35 ярости, да? Так вот, раз, 70 ярости. Красиво. По кому детенок бьет? Ударил соточку сюда, нормально. Плюс 2000 брони. У него, кстати, 3800 хп осталось всего лишь. Но у него 2000 брони, тем не менее. Так, давай огненное дыхание. У нас скоро закончится халявное огненное дыхание. И это плохо. Две раны босса. Ну, я, конечно, использую вот так. Я использую фаерболы. Огненное дыхание, к сожалению, халявные, друзья, закончилось. Уже. Все, его нету. Это было последнее. Мне 900, потому что не хватит. Его 1500 меня пробьют. И там я уже перейду на фазу. Да, перешел на фазу, и здесь огненного дыхания нет. Ни ветра дополнительного, ни огненного дыхания. Плохо. Но я убил его. Хорош. Похоже, ты недооценил своего противника. Мы приехали так быстро, как только могли. Пойдем, нужно собраться. Еще двое. Двое, как будто бы эти, всадники апокалипсиса, знаете? Но мы победили! Мы победили этого товарища, которого мы вообще без шансов в прошлый раз, а здесь мы его разнесли. Вау! Но это за счет вот этого все-таки. Огненное дыхание стоимостью 0, это очень сильно нас забустило. Ну и ветер, конечно, помогал. И лава 400 урона наносит, плюс 400. Вот это вот не знаю, насколько нам было полезно. Вот это вообще не полезно было. Плюс 100 брони в конце хода полезно было очень. Хорошая вещь. Вот эти вот две штуки тоже полезные. Это говно. Так, ладно. Это мы, получается, победили. В первый раз. Первый раз мы именно победили. Наносит 1000 единиц урона. Выдохните. Супернова. 1000 единиц урона по кому? Не по всем, но по огромной области. Нанести 3000 единиц урона. Стоимость снижается на 1 АП за каждого живого щенка. Хорошо комбиться щенками, понял. Значит, если 3 щенка, то у нас хватит. Но это тяжело сыграть. Тяжело. 3000 по соло-таргету. Инферно-взрыв. 800 урона. Стоимость снижается за... На 1 АП за каждую пирокарту, использованную в этом бою. Каждую пирокарту, зараза. Кстати, пира, выдохните. То есть вот это пира. Вообще стрёмно как-то. Выполнить. Нанести 400 урона. Если цель умирает, получить плюс 1 урон. Навсегда? Или на время боя?
все, титры. Титры, ребят, титры пришли. То есть мы все, что можем делать, мы можем играть только вот так, да, получается? Да, да, и, видимо, нам больше ничего не будет доступно, друзья. То есть это вот прям все. О, новенькая. Сила босса наносит плюс 2000 единиц урона героя. Что за сила босса? Знал бы я, что за сила босса, я бы... Да. Но нет. Но в целом штука выглядит интересно. Слушайте, ну хорошо. В первый раз победили. Молодцы. Молодцы. Пока больше ни на что не хватает, но посмотрим. Может быть, добьем опять-таки эту демку, потому что есть еще ачивки, которые можно получить. Не все, правда, можно получить, поэтому лучше, наверное, подождать и поглядеть на эту игрульку уже в следующем обновлении. Пишите, ребят, как вам эта игруленция. Вот, хотите ли вы еще дракона, чтобы мы еще больше врагов превратили в пепел? Ну и, конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходят сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью, ведь семья – это главное.